группа 60-го пехоты. Дальше проходите, занимайте места, чтобы сыпу. Автобус отправляется через 5 минут. Далеко ехать, папаша? Я-то? А у меня много адресов. Вот. Вот, например, Первомайская, 8, квартира 7. А где это? А кто его знает? Тебе ж лучше известно. Что будем иметь, папаша? Что? А что, платить надо? Да вообще-то надо. Надо так надо. Первый раз в столице? Да нет, бывал тут. Давно, правда. Тогда все не так было. А ты быстро едешь. Работа такая. Как говорится, ноги волка кормят. Ух ты. А ты волка-то видал? Как это? В лесу один на один. А, нет, не приходилось. Но клиенты бывают хуже волка. А ты шустрый. Я таких люблю. Я тоже люблю. Сынок, покатай меня. По Москве, по кольцу, по Красной площади. Да не, папаша, я не могу. У меня время, деньги. Я заплачу. Что там, по счетчику я заплачу? При чем тут счетчик? Одним счетчиком сыт не будешь. Вы как с луны свалились. Как знаешь. Хотелось посмотреть. Внимание, свободным. Стальная 134. Домодедово срочно. Стальная 134. Букетик. Я 1398. Нахожусь в Первомайске. Через минуту еду. 1398. Не устал еще? Хорошо придумано, по-хозяйски. Ты скажи, а? А домой позвонить можно? Не, домой пока не получается. Пожалуйста. Первомайская, 8. Будьте любезны. Где, здесь? Вот она. Ну ладно, погоди здесь, а я схожу, узнаю. Куда? Я заказ уже принял. Ладно, ладно, посиди. А тиколку свою не выключай, нехай тарабанит. Как тарабанит? Давайте расплачиваться. Давайте рассчитаемся, у меня уже заказ. Я дальше не повезу. Слышите?
Видишь, какое дело. Не живет он тут холера. 15 лет так уехал. Да хоть бы и 20, мне какая разница. Не повезу дальше и все. Как это? Обыкновенно. Ты ж должен. Да ничего я не должен, ясно? Рассчитывайтесь и все. А вот не буду рассчитываться. Подумаешь, думаешь, из Сибири дальше можно? Не вылезу из машины и все. Не повезу дальше. Повезешь. У меня заказ. Не повезу. Повезешь. Я первый. Я еще милицию вызову. Вызывай. Буду сидеть. И кричи мне, мальчишка. Ну и сидите себе на здоровье. Иди, иди. Ты в холоде, а я в тепле. Сижу. Надо же. Вершок ростом, а Павел Сергеевич. Внимание, 1398. 1398, где вы? Почему молчите? 1398, ответьте букету. 1398. Пашка! Пашка, тебя радио вызывает. Вот и отвечайте сами. Да. Алло! Пашка к аэродрому не поедет. Он сначала доставит меня, а потом... Вы что, с ума сошли? Букет, я 1398. Вы что, там спите? Это же срочный вызов. Что это такое? Машина пошла, можете спать. Ну, хватит. Я ж прав по-человечески, так же. Да ладно уж. По-человечески. Внимание! Кто находится в районе Малой Бронной? Малая Бронная, 19, квартира 38. По городу. Телефон 320-1-73. Сосников. Вас поняла. Малая Бронная, 19, квартира 38. Вот ты никак не поймешь. Никто ж не виноват, что товарищ переехал. Куда ехать? Где этот ваш адрес? А бог его знает. Написано Бакулинский переулок 13. Там я еду, кстати. Прям до воды. Подожди минуточку. Бакунинский где находится? Куда везете, Лизбет? Да подожди ты, я на работе. А я не на работе. Что вы спрашиваете? Ты можешь подождать? Ну, там девочка. Бакунинский 10 лет как снесли. Ну вот. Там я на 48 поеду. И потом, а там пишу дальше. Друг, парень, подай ключ. На. Ну где ты там? Спасибо. Нету вашего переулка. Уже 10 лет как снесли. Снесли.
Ну что, так и будем сидеть? А кто его знает? Ну, раз не знаете, давайте рассчитаемся и все. У меня план. Ух, медведь ты, медведь. У тебя жизнь непочатый край. А тебе уже двумя щепками взять, гадко. Да я сам не желаю с тобой ехать. На! У меня нет сдачи. Вот если бы был с понятием, я бы и сдачи не взял. А так получай по своей шарманке и шабаш. Тогда идите и меняйте. Ох, испугал. Здравствуйте, водитель. Инспектор Гай Рябик. Ваше водительское удостоверение. У меня все нормально. Понимаю. Нарушений нет. Все в порядке. Что же, Павел Сергеевич? Возим пассажиров, а таксометр не включаем? Можно я вам объясню? Попробуйте. Он пошел менять деньги, я выключил счетчик. Он не был включен. Ну как же не был, товарищ сержант? Ну, честное слово, я всегда езжу... Хорошо плетешь. Ну ладно, водитель, хватит оправдываться. Ваш путевой лист. Получи. Подождите. Постойте, гражданин. Деньги оставьте. Что это? Рассчитаться положено. В том-то дело, что рассчитываться не за что. Как не за что? Да вот так. Оставьте. Водитель вас возил с невключенным таксометром. Это вам придется подтвердить. Товарищ сержант, ну не виноват я. Ну был счетчик включен. Не был. Ну хорошо, ну поругались мы. Ну забыл я его включить. Ну что делать? Ну вот объясните это в другом месте. А что, за этот штраф большой будет? Я вам удивляюсь, гражданин. За такие дела увольняют. Быстро и надолго. Да вы что? Подожди. Подожди, в чем дело, гражданин? Водитель, верните мне сейчас же путевой лист. Верните сейчас же путевой лист. Слушай, вы что, не слышите? Ну, он не виноват. Виноват. Ну, поругались мы. А, ну что? Ну, поругались мы. Ах, они поругались. Ну что? Ну что, в чем дело? В чем дело? Ну так вышло. Жалко парня. Верните путевой лист. Вы слышите, верните сейчас же путевой лист. Ах так? Так. Вы меня просили быть свидетелем? Да, я просил. Я свидетельствую, что счетчик был включен. А я говорю, не был. Не был. Я это видел своими глазами. Не видел. Послушайте. Не видел. Послушайте, водитель. Поехали к командиру. А часть такими пустяками не занимается. Водитель. Такими пустяками. Послушайте. Такими пустяками. Парни увольняют. Вам пустяки. А вы что-то расшумелись. Вы где находитесь? Вы не у себя дома. То есть как не дома? А где я? Ты что-то путаешь? Ничего я не путаю. Слушай, сержант, ты власть. Я ошибаться не должен. Послушай, сынок. Спасибо. А теперь давай рассчитаемся. Все. Ну ладно уж. Поехали. Садитесь. А теперь куда ехать? Вот. Еще записано. Улица Центральная, дом 15. А, это я знаю. Это Вострякова. Ну, знаешь, хорошо. Счетчик нельзя выключить. А нет, теперь нет. Интересно, что вы ему сказали? Кому?
Ну, сержант. Что сказал, то и сказал. Тебя это не касается. Все равно не поймешь. Я позвоню, минуточку. Вот эта улица, вот этот дом. Ну что ж, давай рассчитываться. А может подождать? Может и здесь никого? А? Может. Ехать надо. Тут недалеко.
А я у Васьки был. Он не живет там, что ли? Не понял. А он уже нигде не живет, Ваня. Я его сразу похоронил. Через 4 года. А у Митя так весь переулок снесли. А Митьку позапрошлом году схоронили. Правда, без меня. Я отдыхал. Болел он жутко. А я, брат, слепнуть начал. Так ничего, а как солнце плачу. Прощаться приехал. Стоп. Все, приехали. Ну, Павел Сергеевич, держи. А это за старание. Ну, спасибо. А теперь езжай. Дальше мы одни. Ну, чего стоишь? Поезжай.